Здравствуйте, друзья! Сегодня готовлю очередную заготовку на зиму. Хрустящие огурчики. Это один из самых любимых моих рецептов. Огурчики получаются ароматными, хрустящими и красивыми. Обязательно подпишитесь на мой канал. Нажмите на колокольчик. Не пропустите вкусные домашние рецепты, которые вас будут вдохновлять и мотивировать. Возьмем свежие, красивые огурчики. Вы можете взять большие, маленькие, какие вам нравятся. Моем их, отрезаем плодоножки. Разрезаем фигурным ножом на 4 части. Если огурцы не только с грядки, залейте их холодной водой и оставьте на 2-3 часа, а то и больше. Возьмем одну небольшую луковицу или несколько маленьких. Нарежем колечками. С одной морковки с помощью насадки сделаем несколько цветочков. Другую морковь натрем на крупной терке. Банки и крышки хорошо моем и стерилизуем. На дно кладем лук и морковь. Наполняем плотно банки огурчиками. Пока накладываем все баночки, вода у нас кипит. Вода закипела, заливаем банки кипятком. Закрываем крышкой и оставляем на 10 минут. А тем временем мы должны подготовить другой кипяток. Прошло 10 минут. Сливаем воду с каждой баночки. И заливаем банки еще одним крутым кипятком и оставляем на 10 минут. А пока приготовим рассол. В эту воду, которую мы сливали первый раз, добавим чеснок, лавровый лист, соль, сахар, перец горошек и хорошо перемешаем. Добавим 9% уксус. Ставим на огонь и доведем до кипения. В банок сливаем воду и заливаем рассолом. Данного количества рассола хватает на 3-литровые баночки
и одну пол-литровую. Закатываем банки, переворачиваем и хорошо укутываем. Оставляем до полного остывания. Зимой кушать такие огурчики – одно удовольствие. Обязательно приготовьте. И зимой вы точно, друзья, поразите вкусом своих огурчиков. Желаю вам отличного настроения и удачной консервации!